Сейчас мы будем опять хохотать, угорать и всячески прикалываться. Надеюсь, вы уже с собой взяли печеньки и чаек и готовы как бы просматривать контент. Это лайкос поставили на канал, подписались. Погнали! Ты знаешь, что яйцо сначала так выходит у курицы из жопы? Из жопы, да. Потом заходит к нам. И вот говна чистят. Это два раза из жопы выходит. Вау, какой круговорот яйца в природе. Из жопы в жопу. Когда я побежал к дому, я посмотрел, смотрю, соседи горят. Думаю, это не шашлыком пахнет. Ой. Кибер-раша 2077. Блин, классно. Холодно, сука. О, робот из Boston Dynamics. Капец, я хочу в таком мире жить, серьезно. Ты не ступи на него. Да, давай, давай, вступай, давай. Вот ты ЕГЭ сдала, все, можешь вступать в взрослую жизнь, как бы. Все, вступила. Это мой голос спустя неделю работы в Эльдорадо. И это мой голос спустя 2 недели работы в Эльдорадо. Это мой голос спустя 3 недели работы в Эльдорадо. В Эльдорадо скидки до 30%. Успей получить их сейчас. Серьезно, это он? ТикТок. Эльдорадо. Охренеть, это же. Он классно озвучивает, мне нравится. Момент истины. Мои попытки стать кулинаром. Аичка-то игрушечная. Опа. О, все улетело. Классный ты кулинар, прям шеф-повар. Снесло там крышу. Вот крыша на. Улетает. Угу. У здания дурки. Крыша. Ну все, слетела крыша из-за самоизоляции, да. Все. Из-за самоизоляции даже у здания крыша слетает. Ладно, давай. О, метроха. Батя, батя, опа, батя, что у тебя со штанами? Мне кажется, ты как-то больше, чем я, даже испугался. Этот человек купил себе проектор, чтобы смотреть мультики на потолке в карантин. Блин, я тоже так хочу. Я тоже так хочу. Надо будет без купить. Без приколов, я оторвал ему пол лица. Как бы ты ни готовился к войне, паук это пиздец. Я, особенно в Австралии. Танечка, миленькая, хорошенькая, я тебя люблю. Испугались? Обосрался. Залишайтеся вдома, обмежте контакти з іншими людьми. Блин, класно сделано, вообще четко, мне нравится. Залишайтеся вдома, обмежте контакти з іншими людьми. Блин, реально неплохо. Новости. Из-за карантина в России придумали устройство, которое затягивает людей обратно в дом. Пробную версию вы можете видеть на наших кадрах. Берегите на себя. На себе сидите его дома. Затягивай. Блин, надо будет купить себе такой же. Бро, слушай, я уже хозяй, что делать на этом карантине? Чем ты занимаешься все время? Давай мыть попу, давай мыть попу. Вот чем я занимаюсь, я пытаюсь заставить мыть попу кота с себя. Учитель, тест будет легким. Тем временем тестом. Ни хрена себе. Классная песня. Каждый раз, когда я подхожу к балкону и открываю дверь, что за происходит следующее. Сейчас он обвалится, да? Эти ребята меня любят. Ой, господи, мне аж страшно немного стало. Да? Сейчас я перезвоню. Чувак, ты хорош. Извините, я спешу. Куда, в парикмахерскую? Да. А как вы угадали? Серьезно? Никит, хочешь, руку на камеру сломаю? Не надо. Ой, опять эти твои приколы. Ну давай, давай. Ты опять сломалась. Мне опять больно стало. Ребят, хотите, я нос сломаю на камеру? Я тут же его починю. Слушайте внимательно. Где моя маска? Она в чистом белье. Сейчас я в трусах ковыряться буду, чтобы маску найти. Трусы натянул, да? Да? Ну да. Или что это? Добрый вечер. Да, я был прав. Отличная защита от вируса. Прекрасная. Не вдыхай, это парень. Это опасные газы, чувак. О. А вот, гражданин. Ты молодец, а какой? Сталкер настоящий. Сейчас покажу вам способ, как привлечь к себе внимание.
Работает процесс 100%. Угу. Верю, верю. Наш объект. Ничего себе. Я хочу пиццы. В каждом аниме есть что-то, что гиперболизируется, там преувеличивается, что даже вот поднятие трубки и телефона выглядит вот так. Оценка по карате! Алло. Марина. Это что у нее? Что это? Блин, это к деньгам. Чё, чё это упало? Блин, это к деньгам. Ребята, не в русском языке есть слова «большая» и «маленькая». Посмотрите на эти картинки и скажите, какая это мишка? Какая это мишка? Какая? Игрушечная. Мишка. Нет, блин, настоящая. Правильно. Это большая мишка, а это маленькая мишка. Да что ты, черт побери, такое несешь? На тарелку поставим. Да об голову сразу кали его, об голову. Давай, об голову. Классно. Купили собаке вот такую вот миску для медленного поедания корма. Сейчас проверим, как она работает. Так она сейчас это жрать будет, пластмассу. Миска действительно работает. Собака съела свой корм не за 30 секунд, а за 5 минут. Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13. Я вас очень прошу, не надо мне ставить лайк. Вот, okay, покажу фокус и давай. Секрет сразу. Давай, давай. Вот видите, где этот половинник, где? А вот он. Вот где, ну где? Эти японцы озабочены женской грудью в видеоиграх. А нет, они... Они прописали физику пуза для женского мужика. Она с девушкой смотрит драму. Еще зубов нет, сидит, улыбается, угорает. Красава, мужик. Бессердечный. О, побежал, спортом занимается. Там мужик бежал. Ну че его щи... Че? Ребят, смотрите, подруга вышла, едем гулять. Господи, что она одела? Это ж ужас, просто позорище. Меня все засмеют. Ёшкин, матрёшкин, хоть бы не брать её с собой, нет. О, Алиночка, привет. Ты так круто выглядишь. Она тебе не даст. Россия платит дань? Россия платит дань Соединённым Штатам Америки 1 миллиард долларов в день. Дань – это самое правильное определение. Охренеть. Алиса много знает. Так. В день 1 миллиард. Удивлены? Да. Да? Удивлены мы все. О, Конор готовится к бою с Хабибом. Ну ни хрена, он Кунг-фу Панда, конечно. Слепой заходит в магаз, берет собаку поводыря и начинает раскручивать ее над головой. Что вы делаете? Да так, осматривай! Это как это, в Assassin's Creed там тоже как бы можно орла выпустить, и он смотреть будет. Осматривается так, да. Как ем соломку я? И как ешь мой папа? О, Куплинов. Шарим, знаем. Я вроде бы как смешное смотрю, а не страшное. Спасибо, что напугали меня под конец. Ну шо с, ребят, все на сегодня. Вам спать пора. Вы время-то видели? Ох, время-то сколько, а? Вы не увидите время. На этой позитивной ноте мы с вами заканчиваем. До скорых встреч. Эльдорадо, скидки до 30%. Заходите на мой канал в ТикТок и подписывайтесь на него. Тогда вы получите ультраредкий бонус, который вам позволит приобретать товар по нереальным скидкам только в Эльдорадо. Эльдорадо, нам не все равно.